немцы. И говорят не по-нашему. Только смуглые они какие-то. И бороды. Да жарко, вот они и смуглые. Пока от границы до нас пешком дойдешь, еще не так загоришь. И по телевизору ничего не сообщили. Да скажут тебе эти коммунисты, что опять власть просрали. Что делать-то? Да ясно, что новую власть встречать. Да ты что? Я же партий. Вот поэтому ты и должен первый предложить им руку дружбы, пока они тебя самого не расстреляли. А знамя я пока спрячу. Пойду. Иди. А кто вам не давал спокойно жить и ездить в Крым и в Харьков к брату, за праздничным столом горилку пить, встречать восходы, провожать закаты? А кто вам не давал спокойно жить, Париж увидеть и Берлин, и Прагу? Но вы сказали, можем повторить, за Путина вы все пошли в атаку. Когда невыносимо жить холопу, он ищет приключения на жопу. Когда невыносимо жить в стране, все долбоебы тянутся к войне. А кто вам не давал спокойно жить? А шо в России не хватает газа? Вам кто-то запрещает водку пить? А может, не хватает унитазов? А кто вам не давал спокойно жить? А может, просто вам не повезло? А вы пытались что-то изменить? Попробуйте убрать свое.